Всем привет! Мажор! Hello! Hello, мир! Я пока спала, Игорь тут приготовил вот такие котлетки с рубленого филе, три яичка, майонезик, мука, приправы, чесночок, лучок. Сейчас будем кушать. Такая вкусняшка пахнучая. Такие желтенькие получились, красивенькие. Надоели просто котлеты с филе, просто отбивные. Вот как вариант, вот такие. Вот на таком свете. У окна не так смотрится красиво. Вот тут еще лучше. И укроп. И еще обязательно горчица. Она дает очень такой пикантный вкус. Попробуйте, не пожалеете. Это лучше, чем отбивные. Лучше, чем просто котлетки. Привет. А, это я, привет. Я вас снимаю, да. Смотрите, у нас якобы все тает. Вот такие тропинки тут, видите, уже снега уменьшилось. Зато тут такое болотце под ногами. Он капает, кап-кап-кап-кап-кап с крыши. И на завтра опять обещают снежочек. Понедельника уже опять зима. Зима. Опять будет зима, так что вот тут наша дорога. С весны будем засыпать. Можем уже засыпать. Еще у нас подорвало под гаражом. Смотрите, фундамент. Так отсюда не видно, что вот тут вот подорвало, видите? Подняло и вывернуло аж уголок теперь двери. Блин. Вот еще одна половина открывается, а вторая никак. Да. То ли вода попала, она замерзла, то ли непонятно. Ну, как-то подорвало. И что мы будем делать? Не знаю, подождем, может сядет, а нет, надо разбирать двери, переделывать двери, ворота. Выше делать, да? Выше делать. Разбирать тут настил. Ох! Вот такое у нас новшество. А что... тут постоянно что-то. Ручеек течет, водичка стекает. Немножко ж прочистили, видите, так оно на дорогу хоть. Дорога более-менее. Так, мы идем к Игорю на работу. Покажем вам, что они там сделали. Что они там сделали. Видите, у нас зима, все в снегу, в отличие от... Буквально за 50 километров отсюда уже снега нет. Хотя это южнее, а ты приезжала на севернее. Да, так что тут полным ходом зима и даже и не пахнет еще. Посмотрели погоду, опять будет метель, опять будет снега, опять будет мороз. Соседский собака. Рой. Чок-чок-чок. Шляп-шляп-шляп. Помните, тут было такое пространство. Ну, теплее, чтобы тепло не выходило. Ага. Ну, идем, показывай. Сегодня выходной. Сегодня только экскурсия. Так. Ну, тут хоть тепло, заходи. Вот. Мальчики залили пол. Да? Залили пол. Да. Сохнет. И что вы провели трубы для воды, для канализации? Воды еще нет. Так, и поставили. И поставили окна. Аккуратно.
аккуратно, это как? Ну, не ерзать. И сюда не наступать, тут свежее. Доброе, тут свежее, вижу. Дай руку. Оп! Ага. Тут еще окна нет, да? Не, ну сначала же пришли. Видите, окно. Тут уже все повыводили. Туалет, да? А, вон дырочки вижу. Раз, два. Ну, а то, что типа будет под стеклом. Ну, все станет, а дальше. Угу. Слив в сторону. Ну, и там второй тоже, чтобы не в угол. Угу. А то туда? Угу. Ну, там будем смотреть, или она спрячется в стену. А вот это же вот вчера хотели же собирать перегородку, а тут неровно, это ерунда, то вот залили. Ага. До понедельника схватится. Мы не можем построить же еще. Видишь, она трохи сместится в лосяшку, да? Кто? Ну, перегородка будет вот тут. Ага. Ну, вот. Была ж тут. А, то есть ты меньше делаешь? Чуть меньше. Тут уже утеплили потолок фольгой с утеплителем. Это там временно. А что? Там же не думал, потом я подумал, он так классно держит, что я его оставлю. Потом профиля, потом еще один слой. Ого, столько слоев будет. Тепленько будет тут. И тут так самовато, а потом еще фольга. Потому что тут же эта стена была как минус 20, она насквозь промерзает. Ого. Ну да. Надо делать уже на совесть, чтоб тот, кто будет тут жить, чтобы было тепленько. А что там такая потресканная за? Где? Вот. Это менять будем. Mm. А мы отсюда сняли с плиты. Ага. С этого есть это железо, чего он там это снимем. Да, ну такое оно, что мы новое сюда положим, там целое. Ну и тут сбили, видите, это тоже печка, тут тоже будет плитка обложена. Ну, а все остальное гипсом. Пока будет так. Потом тут такой большой вход будет. Ты мне уже зашьёшь. Зашьёшь? Ну да, тут двери ж будут, эти гармошек. А может, не надо? Знаете, какой плюс дверей гармошка? Что ты можешь закрыть. В принципе, если надо уехать хозяевам, можно там оставить калорифер какой-то или камин, или еще каким-то способом обогревать только ту часть, где есть вода. Ну, а тут уже никому, в принципе, не надо, чтобы было тепло. Поэтому все-таки, скорее всего, придется закрыть. Сюда достроят, потом там двери, и там будет тепленько. Вот такие вот планы наполеоновские. Окно открывающееся в виде S. Под окном будет видеть умывальник, как у нас дома. Очень удобно. Сюда будет выход в санузел, в ванную. Ой. Так, ну все. Ку-ку. Повесили мы часы. Вот такие называются. Моя Украина. Виниловые. С пластинки. Угу. О, все, вот так. Ну все. Красота. Тож, я дождался жену, пока не приехали. Видишь, а картина чуть ниже, это типа, ну что тут, потому что ж за это крепление ж сверху, а там по центру. Угу. Ну все, часики идут, тик-тик. Нормально. С обновкой нас. Покажем вам грибочки, уже первый урожай. Уже скоро вам выставим полное видео к
классные, да? Сейчас повыкручиваем и будем дальше ждать, потому что вон растут точечки такие. Ребята, смотрите, у нас сорвали первый урожай. Первый урожай грибочков. Вот этот самый такой огромный мы вырастили. Классный, да? Как они пахнут. Классно, короче. Вот так. Интересная забава. Такое удовольствие получить зимой свои на подоконнике. Да. Мы тут с Игорем проезжали мимо ставков наших. Вот решили вам снять. Снять чуть-чуть. Чуть-чуть, немножечко, видите? Природу нашу медвинскую. Покрылся льдом. Ставок, с другой стороны еще ставок. Такая вот красота тут. Холодно в руки. А еще у нас в селе, он, покажи, увеличим. Завод. Комбикорма. Консерв. Да, это консерв. Да, консерв. Когда-то был. Вон там. У нас большой медвин. Ставочек. Ах, холодно. Все. Всем пока. До связи в эфире.